Let's go. Итак, друзья, вот такой вот скандик приехал к нам на обслуживание 2012 года с проблемой того, что у него плавают обороты, он плохо заводится, также замена масла. Смотрите, какое у него масло слилось, все в стружке, то есть здесь даже наблюдать ничего не нужно, здесь все видно издалека. Все в стружке, то есть масло, походу, давно не менялось, и очень много накопилось в стружке. Сейчас мы сливаем, также у него огромный люфт лыжи, то есть у нас по факту разбита сошка. Сейчас будем разбирать, все смотреть и диагностировать. Итак, друзья, производим обслуживание карбюраторов от Скандика. К нам обратился клиент с проблемой, что Скандик не держит обороты, работает неравномерно. Выкручиваем все жиклеры, продуваем, промываем карбюратор. И причина должна устраниться. Сейчас карбюраторы синхронизировал. Вот у нас 1500, и стрелка стоит на месте. Ну, плюс-минус там 200 оборотов. Но она на месте стоит, значит, все хорошо. Даже их обязательно нужно одинаково было настроить, а у вас они были по-разному настроены. У вас один на 3,5 оборота был подача, холостой оборот, а второй на 3. Все, я на месте. Смотрите, вот здесь вот должна быть втулка, а у вас ее вообще нет. Попробую показать. Вот, видите? Тут даже зажимать нечего, потому что тут все зажато на максимум. Вот, получается. Вот это вот, видите, это две половинки, как бы, они зажаты полностью. А втулки нет. Там даже вон свет гуляет. Сейчас поменяли втулки и резинки. Люфта вообще нет. Крепление поменяли. Люфта вообще ноль. Рычаги полностью пустые. Все, все, закончился. Да. Вот ушел баллон один целый. И на второй даже не хватило баллона.